Светлана Андреевна, не переживайте. Если вас будут увольнять, я за вас встану горой. Я вам это обещаю. Мне надоело вот это вот все слушать. Вот нашего руководства Тарбагатая. Вот обогревает на сегодняшний день. И надо родителей-то вызывать, чтобы забирали вас. В таком виде-то они. Как они будут? В одежде еще. Ну, родители, вот они. Я им сразу утром говорила, они согласны были на то, чтобы вот у них вот так дети. Да это что за родители бездумные? Такой в садик отправляет. Работать, на работу убежать. Обнаглели, ничего не делают. А кто страдает-то, мы да вы. Я-то вас понимаю. Знаете, я просто священник. На вас защищаю. Да я тоже, я умолвый полностью за вас. Да я сама была бы родителем, я бы тоже была бы в вашей команде. У нас привыкли все молчать. Молчат, боятся. Просто не надо бояться и все. Ждем.